для вас, дорогие друзья, лучшая фирма-производитель поднебесной предметов для чайных церемоний, для тех, кто любит пить чай. Для вас этот прекрасный, шедевральный, я бы сказал, индивидуальная плиточка. Можете поставить ее в любое место, там, где у вас любой доске электричество. Даже можете брать ее с собой куда-то, если вы переезжаете. Все, значит, очень компактное, легкое. И, конечно же, прекрасный чайник. По-моему, лучшая модель. Сегодня самая современная. Потому что вот внутри есть, видите, такая специальная штучка, через которую подается автоматически вода снизу наверх. Да? Сейчас самый последний писк. Подключаете с помощью вот этого шланга просто в бутыль с водой эту систему. И у вас в любом месте автоматически вода поступает снизу, наполняя чайник. Вы только взяли, налили куда-то, поставили, и вода автоматически опять заполняется. Вам ничего вообще делать не надо. Да, естественно, здесь сенсорная модель управления. Все очень понятно. Включение, нагрев. Все есть, дорогие друзья. Вообще прекрасная. Выглядит очень красиво. Прекрасная вещь. Легкая. Вообще не помню, сколько она стоит. Сколько она стоит? Смотрю, подождите. Вопрос. Подождите, подождите. О, но она стоит очень недорого. Этот прекрасный чудо-прибор стоит всего лишь 9300 рублей. Достойно. И вуаля. И никого такого нет.